детей уводите отсюда. Больные дети должны... На каких основаниях? Больные дети должны говорить, они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался. Вызовите, пожалуйста, службу, и мы договоримся с ним. Службу какую? В третий корпус шуруйте в свой. Я собственница здесь, во втором... Так вы шуруйте туда. А нам сказали, можно здесь. Кто сказал? Ваш управляющий. А, где вы, в каком вы месте сидите, я узнаю, кто собственник вашего помещения, у кого вы арендуете. Сходите, я вам... У нас еще этого не было в доме. Адрес, сходите, я вам уже сказала, адрес, сходите. Сходите в управляющий, обратитесь в отделение полиции. Я не буду в отделение полиции сейчас обращаться, я сейчас обращусь в управляющую. И узнаю, кто у вас аренда... Я сказала, хватит меня снимать. Вы делаете мне больно. Я больно вам не делаю. Я говорю, телефон убрала. Я говорю, телефон убрала. Вы отсюда съедете. Я говорю, вы съедете.